Дорогой, я не сдала на права. А что, завалила, теорию или практику? Инспектора, дерево и двух бомжей. Я фоткаю, подожди, я не готов... Щелк! Ну да, приблизительно так фоткают меня друзья. Я просираю свою жизнь в этом офисе, я хочу быть свободным, как эта птица. Маши крыльями или сдохнешь, маши крыльями или сдохнешь! Когда кушаешь у друга и слышишь, как его мама говорит, почему он есть у нас? У него своего дома нет? Желаю всем такой беспорядок у себя дома. Ну не знаю, это весьма опасно для здоровья, может быть.